Я для себя в процессе тренинга увидел, что, допустим, вот в определенных действиях я поступаю, ну, как ребенок, наверное, да, больше так вот можно сказать. И вот, чтобы эту ответственность не перекладывать, я теперь самостоятельно, то есть вижу ситуацию, то есть там, где я могу что-то сделать, я делаю сам. Если я, допустим, вижу, что это мне, ну, неприятно делать, ну, делегирую, скажем так. Это достаточно, ну, вот, то есть, вроде бы, ну, мелочь, да, а вот в жизни это каждый день несколько случаев таких бывает. И вот если бы я такие каждый день прорабатывал такие случаи, ну, я не знаю, там, через месяц я бы уже просто был бы, ну, не знаю. Ощущаю, ну, я чувствую, что, ну, как вот, после победы, да, как себя чувствуют?